Из-за автобуса с омскими туристами на трассе в Кемеровской области образовалась многокилометровая пробка. Мечи возвращались с горного курорта Шерегеш. Трассу засыпало снегом, а дорожники не успели вовремя расчистить заносы. При развороте пассажирскому автобусу не хватило пространства, и машина заблокировала перекресток. Вернуть автобус на проезжую часть своими силами не получилось. Спецтехнику мечи ждали почти 2 часа, из-за чего скопилась большая пробка. В Омск автобус прибыл с опозданием на несколько часов. Подкапывая снег, подкидывая уголь под колеса для того, чтобы сцепление было. Вот таким вот образом мы выбрались. Никто не замерз, автобус очень теплый, комфортный. То есть все, кто помогали и чувствовали, что их подмораживает, они садились обратно в автобус, грелись. То есть проблем с этим абсолютно никаких не было.